Привет, друзья! Вы на канале «Русская дымка». Меня зовут Владислав Кислицын. И сегодня у нас большой анонс летних новинок от «Русской дымки» 2020 года. Вот я тут весь стол новинками занял. Давайте начнем с чего? Давайте начнем все-таки с самогонной части, потому что большинство подписчиков у нас самогонщики. Ну а так как самогонщики люди творческие, разные другие приспособления для приготовления вкусной натуральной домашней пищи тоже у нас появились. Итак, давайте начнем. Ну, начнем вот с этой вот конструкции. У нас появился попугай. У нас появился попугай для установки в банку, прибор для постоянного контроля крепости в процессе отбора тела, хвостов, может быть. Очень удобно контролировать его прямо при отборе на 3-5-литровой банке. Вы отбираете, вставляете ориометр и сразу видите, какая у вас текущая крепость. Не у всех есть рефрактометры. Соответственно, я лично намерен его в ближайшее время использовать при перегонке какого-нибудь ароматного дистиллята на прямотоке. Не все же гонят на колонне, а при работе с прямоточными аппаратами. Очень удобно контролировать текущую крепость. Итак, как же устроен наш попугай? Входная трубка, на нее натягивается какой-то шланг, который идет с выхода вашего аппарата. Здесь мы можем увидеть скорость капля падения, то есть разрыв струи, есть чашечка, и в нее падают капельки. Можно всегда визуально увидеть, какая у вас скорость отбора. Дальше идет трубка, отобранный продукт попадает в нее и заполняет цилиндр. Цилиндр заполняется, переполняется, переливается через край. Соответственно, здесь мы устанавливаем ориометр и читаем показания с него прямо по верхнему уровню попугая. После чего через воронку в крышке отобранный продукт стекает непосредственно в приемную емкость. По-моему, идеальный вариант попугая для установки на крышку банки. Следующее изделие. Мы тут поднадавили на комплектацию для самогонщиков. Для тех, кто любит покомпонентно сам подобрать нужное ему оборудование. Это охладитель для отбора по жидкости, для жидких узлов отбора. Тут имеются подвод охлаждения на резьбу 1/2 и вход и выход продукта. Минимально, изящно, достаточно эффективно. Рекомендую, если у вас требуется в вашей системе аккуратный, симпатичный доохладитель. Вот в таком исполнении. Теперь он у нас есть, продается отдельно. Также напоминаю, не так давно мы выпустили самогонный аппарат Vein Reform. Последняя ревизия бражной колонны с управлением по охлаждению через дефлегматор. Мы учли весь многолетний наш опыт изготовления бражных колонн. Сделали работу над ошибками и выпустили вот такой аппарат. Напоминаю, его можно купить как в виде аппарата с кубом, так и отдельно колонну. Ну а сейчас мы пошли еще дальше и начали продавать отдельно холодильник от Vein Reform и дефлегматор от Vein Reform. Чем они отличаются? Они отличаются 5-трубочной конструкцией каждый. Они имеют турбулентную систему охлаждения, то есть тут у нас перегородочки, по которым вода проходит вот таким вот образом от центра к краям, от краев к центру и так несколько раз на протяжении всей длины охлаждающего элемента. Ну и опять-таки имеется на них резьба под сантехподводку 1/2, на которую можно накрутить, ну, например, быстросъем или, собственно, сантехподводку. Кроме того, у нас появился полиуретановый шланг, очень жесткий, который очень качественно и эффективно встает в быстросъемные соединения и полностью исключает возможность срыва и протечки. То есть встает плотно, жестко, как родной, очень надежный шланг, выдерживает высокое давление.
наверное, почти не уступает по надежности, по эксплуатационным характеристикам настоящей магазинной сантехподводки. Очень, очень четко срабатывает, четко встает, вставляется, достается только правильно, не выдергивая, а с нажатием колечко. В общем, нравится мне этот шланг, обзаведусь им в скорости и буду работать с ним на Reinreform. У нас появились пирамидки наши для удержания СПН в царге. И у нас появились царги в продаже, царги с проточкой для установки таких пирамидок. Царги длиной 40 сантиметров. Соответственно, вы можете приобретать отдельно царги с проточкой, пирамидки. Она может работать как упор для поддержания СПН-насадки, либо как концентратор флегмы в верхней части под дефлегматором. В общем, распотрошили мы Reinreform и все его решения. Теперь продаем отдельно. Отдельно царги с проточкой, пирамидки, отдельно дефлегматоры, холодильники. В общем, все, что душе угодно, теперь можно накомплектовать себе, допустим, обновить какой-то ваш старый аппарат новыми удобными решениями. Ну и от пищи духовной, самогонной, переходя к пище материальной, у меня тут на столе две новинки, две летние новинки для приготовления вкусной натуральной домашней еды. Итак, первое — это мангал. Вот такой вот чудесный, здоровенный, тяжеленный мангал из 3-миллиметровой стали, мангал Ханхи. Как видите, у него тут брендовая надпись, которая вместе с тем выполняет роль дополнительного поддува. Такие вот язычки пламени. И специально придуманные прорези для установки шампуров, для того, чтобы шампур можно было зафиксировать в любом положении и прожаривать равномерно со всех сторон ваше мясо, или что там вы еще прожариваете, и у вас ничего не скатывалось, не переворачивалось самопроизвольно, чтобы все было у вас под контролем. Вот такой мангал, он полностью разборный, то есть стенки, боковые стенки, лицевые, днище, все 3 мм. Все собирается, приходится в виде плоской упаковки, ну и разбирается, соответственно, при необходимости. Если вы хотите такой основательный мангал куда-то повезти, у вас это получится достаточно компактно. Ну и в довершение нашего сегодняшнего летнего обзора новинок, дорогой многоуважаемый шкаф. Нет, не в смысле, что он дорого стоит, в смысле, что мы сделали удобный шкаф для холодного копчения. Тоже он носит гордое имя Ханхи. Ханхи у нас — это еда. Вот так вот он выглядит. У него есть интеллигентные щиколды, ручка двери. Здесь по периметру имеется мягкий уплотнитель, то есть дверка закрывается герметично. Имеются три уровня, на которые можно устанавливать вот такие вот спицы и развешивать продукт. Собирается он в домашних условиях легко и быстро, все на пазах, на прорезях. Приходит, соответственно, тоже очень компактно, очень экономично, то есть мы не отправляем вот такие огромные посылки со шкафами. Все собирается легко дома, в домашних условиях. Здесь вот вверху у него вход для дыма, отверстие. И внизу вот такое вот вращаемое, регулируемое сопло, которая позволяет создавать разную тягу. Вот такие у нас новости на лето, на июль 2020 года. Как видите, пока все сидели по домам в карантине, наши инженеры не спали, разрабатывали изделия, применяли их на производстве, внедряли техпроцесс. И мы не собираемся на этом останавливаться. У нас скоро анонс нового обновление одного из наших лучших аппаратов. Поэтому, чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал. А еще не забывайте, у нас действует промокод ВЛАД. Небольшая скидка лично от меня и команды YouTube канала «Русская дымка» на весь ассортимент «Русской дымки», соответственно, на все те изделия, которые я вам здесь сегодня демонстрировал. Ссылки будут внизу
используйте промокод ВЛАД, ну и как водится, цените натуральное.